годится для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходить в бар. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Проходи, не задерживайся. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все, блин. Завязывай с зоной нахрен. Эх, если кто помог. И никого на горизонте. Вот и ладушки. Вот и хорошо. Новичков нынче, что собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Эх, черт. Субу мясо такой здоровый, что прям свертела. Скворчащий, сочный. Ничего, нормалек. Эх, черт. Не зря же я тут вон сколько не прощу. И я, и друганы мои. Эх, если бы кто помог. За неделю подошли гопык. А все-таки накоплю я на свой домик, чтобы речки и лес рядом. Новичков нынче, что собак не резан. Ни тварей, ни сквозь. И все они лучше стариков. Неохота мне за хабаром сегодня плестись. Блин, новичков нынче, что собак не резан. Да с книжкой. И все они лучше стариков. Не тот уже хабар пошел. Не тот. Вот дерьмо, да? День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Как меня угораздило. Ну что, дружище? Что на роду написано? Да. Вот ведь как грустно все выходит. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Да с книжкой толковой. А все-таки накоплю я на свой домик. Чтобы речки. И лес рядом. И не радиации тебе. Ни тварей, ни сволочей разных. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Вот дома оказаться. Вот всегда бы такая пруха была. Да с книжкой это толковой. Если прикинуть. Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной ничего. Некоторые учиться не хотят. Вот всегда бы такая пруха была. Это если прикинуть. Ты ему про точно. Он тебе 3-4 таких ни похода, как вчера. Как, да если бы еще хабар не хуже. Разбросает. И все. Завязываю с зоной нахрен. И что же оно за выжигатель такой? Блин. Правду о нем говорят. Ничего, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высмотрено. Эх, чё? Вот ведь как грустно все выходит. Новичков нынче, что собак не резаны. И все они лучше стариков. Разбивались тут в стаи. Ну точно звери по цвету шкуры.
Одни как разбойничали, так и разбойничают. Хуже не бывает. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. А все-таки... Как меня угораздило? Чтобы речки и лес. И не радиации тебе. Ни тварей, ни сволочей разных. Эх. Новичков нынче, что собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Эх, блин, если бы кто помог. Хуже не бывает. Эх, блин, если б кто помог. И что же оно за выжигатель? Ничего, такой? Нормально. Правду о нем говорят. Эх, вот и всегда бы такая пруха была. Прорвемся. Это если прикинуть. Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. Да. Эх, чё? Вот ведь как грустно все выходит. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Домик. Пока кишки по веткам не разбросает. И лес рядом. И не радиации тебе. Ни тварей, ни сволочей разных. Новичков нынче, что собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Если б кто помог. Пить как охота. И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут? Фух, кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям с вертела, скворчащий, сочный. Если б кто помог. Новичков нынче, что вот ведь как грустно все выходит. И все они лучше стариков знают. И как меня угораздило. Как меня угораздило. Как меня угораздило. Да. Эх, блин, если б кто помог. Нет, от судьбы точно никуда ничего не скроешься. Нормалек. Что прорвемся. Написано? Не зря так же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои прорвемся. Новичков нынче, что собак нерезанных. А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Эх, блин, если б кто помог. Все-таки накоплю я на свой домик, чтобы речки и лес рядом. И не радиации тебе. Эх, блин, если б кто помог. Пить как. И как меня угораздило. А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Блин. Опять сапожищи. И как меня угораздило. Подсунули. Что у них совсем совести нет у этих... Да. За неделю подошве гоплык. Да. Эх, блин, если б кто помог. Да. Эх, черт. И как меня угораздило. Никого на горизонте. Вот и ладушки. Вот и хорошо. Разбивались тут в стаи. Ну, точно звери по цвету шкуры. Как меня угораздило. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человеком чувствовать, что высморкаться. А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать.
Не тормози. Здорово, вечно. Моя информация может тебе пригодиться. Не тот уже хабар пошел. Не тот. Вот дерьмо-то, а. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Пить как охота. Квасу сейчас. Эх, черт. Да чтоб в нос шибал. Блин. Особо мясо такой. Квасу сейчас. Здоровый, чтоб прям свертела. Да скворчащий, сочный. Вот дерьмо-то, а. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Блин. Да. А все-таки накоплю я на свой домик, чтоб у речки и лес рядом. И ни радиации тебе, ни тварей, ни сволочей. Да. Настроение. И как меня угораздило. В гамачке. Эх, чё? Пить как охота. Сейчас холодно. Эй, стой, сталкер! Ты на территории свободы! Да, быстрая проверка, не стой! Я приду тебя убивать, чувак! Допрыгались, анархисты хреновы. Все, стыклись так. Да все, готов. Thank you.
Oh,
за доктора? Спасибо. Меня простого контролера так еще никто не называл. Что стоит? Идиоты. Для кого стараетесь? Ну, расчистите кусок зоны. А они там полигон сделали. Здорово. Детишкам вашим же и аукнется. Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Проходи, не задерживайся. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросатель такой. И никого на горизонте. Вот и ладно. Вот и хорошо. Ахахаха. Не учатся ничему некоторые, и учиться не хотят. Кино американского насмотрелись, или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Эх, если б кто помог. И как меня угораздил. Не учатся ничему некоторые, и учиться не хотят. Кино американского насмотрелись, или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. И как меня угораздил. Да, настроение хуже не бывает. Не тот. Эх, черт. И как меня угораздило. Эх, блин, если б кто помог. Подрыхнели-то.
ответственность защитить мир от растущей зоны. Под нами! Стреляйте сквозь пол! Он под нами! Стреляйте сквозь пол! Граната! Я под землю! Ну все, Волкода, ты допрыгался! Сюда летит военный вертолет! Сейчас они вас как щенков! Которую вы везете после того, как ты на...
нам ее отдашь, можешь со своими ребятами валить. Это ваш последний шанс выбраться отсюда. Давай флешку, коварь. Если вы не хотите, чтобы я уничтожил результаты исследований, держитесь подальше. Короче, ты, ученый болван, или отдаешь мне результаты, или уедешь отсюда в пластиковом мешке. Как вам будет угодно. Сталкер, помоги! На нас напали наемники. Половина наших людей погибла. Помоги нам, мы в долгу не останемся. Помоги нам пробиться через засаду возле завода. Я тебе скинул координаты. Будь осторожней, волкодав с головорезами возле вертолета. Их чек 15. Точно мы не знаем.
Противник! Вижу сталкера!
Thank you.
Сталкер, помоги! Мы возвращались с янтаря, когда нас сбили наемники. Говорят, что им информация нужна, но я-то знаю, перестреляют они нас. Сталкер, помоги! Мы возвращали каш меченый. Только иди первым, а я за тобой. Боец из меня плохой, лучше ты разведывай дорогу. Помогите!
Идем скорей, пока никого нет. Впереди в тоннеле аномалия жарко. Надо идти по одному, так больше шансов выжить. Иди первым. Когда я увижу, что ты дошел до конца, я пойду следом. Остерегайся огненных ловушек. Их можно обнаружить по искажениям горячего воздуха. Меченый, впереди в тоннеле аномалия жарко. Надо идти по одному, так больше шансов безопасности. Спасибо тебе за помощь. Я твой должник. Если зайдешь там в мобильную лабораторию на Янтаре, подаем тебе научный скафандр.